Видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 21, урок 21, Exercise No. 5, упражнение номер 5. Представь, что у тебя есть одно из животных. Рисунок к упражнению 3. Расскажи о нем, кто это, возраст, цвет, что умеет делать. Так, для начала мы должны сказать, что у меня есть домашний любимец. I have got a pet. Теперь уточнить, кто это. Из всех шести животных на рисунке мы выберем крокодила. It is a crocodile. Это крокодил. Его зовут Микки. Its name is Mickey. Ему 6 лет. It is 6. Он живет в Африке. It lives in Africa. Обратите внимание на окончание s в глаголе live, которое употребляется вместе с местоимением it третьего лица. В настоящем простом времени, present simple, мы добавляем окончание s к глаголу. Теперь назвать цвет. It is green. Он зеленого цвета. Он обычно плавает в речке. It usually swims. Снова окончание s глагола, который употребляется вместе с местоимением третьего лица it. It usually swims in the river. Он умеет бегать и играть. Все умения мы выражаем модальным глаголом can. He can run and play. Он умеет бегать и играть. Прочитаем полностью весь наш рассказ. I have got a pet. It is a crocodile. Its name is Mickey. It is six. It lives in Africa. It is green. It usually swims in the river. He can run and play. У меня есть домашний любимец. Это крокодил. Его зовут Микки. Ему 6 лет. Он живет в Африке. Он зеленого цвета. Обычно он плавает в речке. Он умеет бегать и играть. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите и остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.